2015 год объявлен в России годом литературы, а в Чувашии годом классика чувашской литературы Константина Иванова. Приказ уже подписан. С этой новости началась еженедельная планерка у главы республики. Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения поэта Константина Васильевича Иванова, пройдут не только в Чувашии, но и в Республике Башкортостан. Там он родился. Константин Иванов внес вклад не только в отечественную, но и в мировую культуру. Самая известная его поэма «Нарспи». Мероприятие мы планируем провести в столице нашей родины, в Москве, совместно с Национальной культурной автономией города Москвы. Предварительные уже работы в этом направлении уже начаты. Во всех регионах, где проживают чуваши, конечно же, пройдут свои мероприятия. Также на еженедельной планерке у главы республики обсудили вопрос формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах. Собственники помещений в многоквартирных домах должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Специальным счетом может владеть либо региональный оператор, либо ТСЖ или жилищный кооператив. Ежемесячный взнос на капитальный ремонт 5 рублей 20 копеек с квадратного метра. Те дома, в которых соберут больше минимальной платы, отремонтируют в первую очередь. Это станет стимулом для собственников, подчеркнул глава республики. Около 50% владельцев жилья многоквартирных домов в республике уже определились с выбором фонда. Собственники могут распоряжаться собственными средствами, которые будут накапливаться. И это возможность открытия счета в банке, где на средства будут начисляться проценты. Во втором случае счет регионального оператора, так называемый по принципу общего котла. Какие здесь преимущества? Возможность использования средств одних многоквартирных домов на ремонт других домов с последующим их возмещением. Возможность открытия счета в банке, где на средства начисляются также проценты. И возможность открытия счета в финансовом органе субъекта Российской Федерации, то есть Минфин Чувашский, в казначействе. Если собственники не воспользуются правом выбора до 28 сентября, решением органа местного самоуправления фонд будет формироваться на счете регионального оператора. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.